Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по онлайн игре с выводом реальных денег VIP-такси. Сегодня я хочу сделать очередную проверку на вывод. Я ее развивала. Там уже из заработанных денежных средств прикупала машинок. Значит, мне вот под видео оставили комментарий, что не платит, обман и мошенники. Вот. Какая-то ошибка выдает 631. И вот я решила сделать. Так бы я не писала в видео и не выводила. Я еще машинку купила. В данный момент у меня на балансе для вывода 48 рублей. Сейчас зайду, соберу прибыль. Собрать прибыль. Собрала. Мой профиль. 51 рубль. Кликаю вывести. Пайер. Так, что у меня здесь? Угу, кошелек прописан. 51,85. Ну, кликаю вывести. Минимум 1 рубль. Операция отменена. Ага, ошибка 630. Не удалось выплатить. Попробуйте позже. Окей. Значит, не платит. Давайте зайдем в контакты и посмотрим. У них же как бы... Что-то... Сейчас мы посмотрим. Здесь совсем все по-другому. Так. А здесь нет ничего. Так, что здесь? Не платит. Видите комментарий? И вообще, значит, все. Ну, не платит, значит, не платит. Удаляю. Такой... Вот такой вот администратор не дал заработать, ну и провались. Ну, не тратьте время. Вот. Всем удачи, всем пока.